هذه نبذة مختصرة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Вот это вот краткое изложение жизненного пути пророка عليه الصلاة والسلام. لا يمل أحد من دراسة وتدريس والقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Никто не должен уставать, никому не должно наскучивать изучение жизненного пути пророка عليه الصلاة والسلام, обучение этому, чтение об этом. لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. Потому что любовь к пророку عليه الصلاة والسلام это часть религии, посредством этого мы приближаемся к Всевышнему Аллаху. الذي لا يكون في قلبه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والله هذا كافر كفر أكبر. Если в сердце человека нет ничего из любви к пророку عليه الصلاة والسلام такой человек является неверующим, его неверие это большое неверие. كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ Как мы должны любить пророка عليه الصلاة والسلام, если он уже умер? محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Любовь к нему проявляется в том, чтобы изучать его жизненный путь, сиру. بالعمل بها. И воплощать это в деяниях. الدعوة إليها. И призывать к этому. الذب عن ما يقول هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي قتاله وفي И опровергать ту ложь, которую возводят на пророка алейхи саляту вассалям в отношении его жизненного пути, его сражений и так далее. Мы обязаны, должны изучать сиру. И обучать ей людей. И призывать к ней. И защищать, отводить разную ложь от сиры жизненного пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Ас'а Аллах субхана ва тааля наджма'на би набийна алейхи саллату ва саллям фил фирдаус аль-а'ля мин аль-джанна ва Аллаху а'лам ва саллаллаху аля набия Мухаммад ва алихи ва сахбихи ва саллям ва джзакум Аллаху хайра. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы он собрал нас вместе с пророком алейхи саляту ва саллям в высших садах рая.